Приветствую всех на канале. Сегодня тема создания органайзера для наших работ. Будем делать это из хлама. Я посмотрел в Алиэкспресс, цены меня просто взбесили. Поэтому я решил сделать это из того, что мы выбрасываем ежедневно. Вот такие три как бы пластиковые тары нашел. Вот они одинаковых размеров. Это нам понадобится так. Кроме того, нам понадобятся старые карандаши. Наверное, у всех валяются такие. Ну и скальпель желательно иметь. И ножницы. Вот. Ну, в принципе, все. Вот это то, что нам понадобится для создания вот замечательного органайзера. Этот скриншот сделан в AliExpress. Цену вы видите. 37 с плюсом долларов за такое произведение искусства. Конечно, под дерево все сделано, но, извиняюсь, такая вот ужасная цена. А вот это тоже шедевр. Не подумайте неправильно. Цена не за набор инструмент, а только вот за железку, которую они, на котором они висят. Одно из тар. Можно ножницы, можно скальпелем. Вот такую заготовку получил. Она должна быть прозрачной. Прозрачность всегда лучше. И теперь разрежем пополам. Получились две вот такие части. Они нам понадобятся. Следующих двух мы просто отрежем верхнюю часть. Вот такие два стакана, можно сказать, заготовки. Два стакана получились. Вот. Теперь их будем так ставить. А между ними сделаем крепление. Это нижний ригель. Он вот так будет расположен. Так, сейчас я вырежу ножницами под форму, геометрию. Вот. Маркером линию нарисую. Так, приложу это все. И вот оно должно по форме повторяться. Все. Теперь вырежу ножницами. Теперь по форме идеально подходит. Так же сделаю с этой стороны. Верхний ригель тоже так же сделаем. С помощью маркера разметим геометрию. И вырежем ножницами. Теперь все части склеим термоклеем. Вот пистолетик. Ну как же без термоклея? Нижняя часть готова. Сейчас застынет. И приступим к верхней части. Вот такую конструкцию получили. Достаточно прочная. Почему? Потому что здесь у нас жесткость, ребро. Вот. Так что нормально. Но это еще не все. У нас будет изюминка. А изюминка для этого нужны пластиковые бельевые прищепки. Вот такие прищепки. Я их приклею сюда, сюда и с той стороны симметрично. Для чего это нужно, будет видно дальше. Вот наш чудо-органайзер готов. Вот прищепки я прикрепил. 4 прищепки с этих сторон. Вот зачем они нужны. Вспомним про карандаши. У нас же есть карандаши. Вот они. Замечательные карандаши. Мы их сюда, сюда. Так, ну для эстетики можно отрезать концы. Так. Фигня, да, получилась какая-то? Вот такая. Скажете вы, давайте я заполню, а потом вы окончательный вердикт это дадите. Наверное, более понятно становится. То есть сюда мы кладем такие длинные штучки всякие, наши инструменты. Вот. Здесь у нас катушки. Катушек вообще у меня много всяких. Вот этот припоем, тут изолента. Вот, вот такая оплетка есть, их тоже много я не вывесил. Опять припой, скотч у нас, это еще какой-то. Вот, их очень много, но вот каких бы специальных органайзерах вот для вот таких вещей я как-то, ну, у меня, во-первых, нету и вообще не видел в продаже. Вот, ну, вот так смастерил, получается, для катушек, для этого. Вот, самое главное, что это как не стоит ничего, это же хлам. Вот. И в то же время это очень чертовски удобная вещь. Вот здесь мелочевка всякая будет лежать. Очень удобная корыта. Все искать тут. Вот внизу вот эта корыта, что-то она малодоступная. Но будем либо с одной стороны катушки держать, чтобы добраться до того. Либо вот что-то такое редко используемое там будем кидать. Вот. Ну все. Отлично. Есть еще вот такой вариант органайзера, ну это совсем простой. Просто отрубили голову вот, и склеили скотчем, с термоклеем. Вот, и так получилось очень удобно, кстати. Все прозрачно, видно, что где у нас лежит, чего есть. Непрозрачно вообще не рекомендую использовать, потому что замучаетесь. Не видно же ни черта. Вот,
Все отлично. Шикарный тоже органайзер. Использую его лучше, чем заводской. Однозначно. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного.